Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как проходит мое утро. С утра я проснулась, помыла голову и решила нанести такую вот масочку с авокадо. Наношу я ее, кстати, в перчатках. Потом я делаю что-то непонятное на голове по типу пучка. Теперь с маской нужно ходить 20-30 минут. За это время я успею почистить зубы, умыться. После того, как я почистила зубы, я беру свой мятный ополаскиватель. И сегодня решила нанести такую маску скраб очищающую, потому что ее я обычно делаю меньше всего. С утра на голодный желудок обязательно выпиваю стакан теплой воды. Все, я смыла маску, теперь сушу голову и занимаюсь своими волосами, делаю укладку. Еще я приучила себя каждое утро записывать планы на день, и я начала замечать, что именно когда я планирую свой день, то он всегда идет более продуктивно, чем если я этого не делаю. Пишу себе буквально 3 пунктика и параллельно смотрю новое видео с Сашей Спилберг. Боже, как же я ее обожаю. Она подарила мне детство, она такая классная, и я по сей день продолжаю ее смотреть. Что насчет спорта? С утра я могу сделать как зарядку, йогу, тренировку, но в основном это беговая дорожка. После того, как мама ее купила, стало как-то даже проще жить, знаете, я там не запариваюсь над тренировками, я просто там включаю музыку, и час-полчаса, ну, когда есть время, обычно похожу, могу и вечером, утром, днем, даже ночью встану, могу ходить, и это очень здорово. Сейчас хочу сделать легкий такой макияж, не буду наносить тон сегодня, я уже заранее кожу увлажнила. Кстати, сейчас я в основном пользуюсь вот такими вот румянами от Be Color. Я просто кайфую с этого цвета. Мне кажется, вот этот цвет румян мне идет больше всего. Он такой красивый, но они очень пигментированные. Чуть-чуть наносишь, и уже прям ярко достаточно. И сейчас это, наверное, одни из моих любимых румян. Здесь вот переборщила. Сегодня что-то я не хочу делать цветные губы, поэтому я взяла от Vivienne с собой вот этот прозрачный блеск. Я им пользовалась 2 раза, хотя подарила мне его сестра уже давно. Мне просто его жалко тратить, что он расходуется быстро, а он мне очень нравится. Прогулка – это еще одна любимая составляющая часть моего дня. Зашла в Красное Белое купить мороженое. Вот это, кстати, мое любимое с кленовым сиропом. Оно очень вкусное. Все, ребята, видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет безумно приятно. И увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!